Начинается с еды. Посмотрите, заказала вот такие замороженные дошираки. В Корее такие готовые обеды называются дошираками. Вот здесь рис с сыром, мясо, овощи. Здесь рис с брокколи, с тыквой и курица с сыром. Вот, я заказала... Так, вот этой фирмы 24 штуки, и этой фирмы 20 штук. Все пришло в айсбоксах. Еще дали вот такие ложки. Смотрите, как удобно придумали. Ложка с вилкой вместе, два в одном. И с айспеками, поэтому ничего не испортилось. Дошло, вчера заказала, сегодня уже привезли. И вот. А я не понял, что вы делаете в моем холодильнике? Наша морозилка как выглядит. Всего лишь нужно 4 минуты и готово. Там получается 15 видов разных дошираков. Здесь у нас жареный рис с кимчи и яйцо, омлет. Вот, заказала, часть оставила на работе, часть дома. Вот, заказала, чтобы меньше тратить времени, во-первых, на выбор еды, потому что мы очень много думаем, чтобы поесть, что заказать, потом ждем и так далее. Иногда хочется просто быстро поесть и дальше заниматься своими делами. Поэтому после того, как мы попробуем все виды, ну хотя бы больше половины, расскажу еще в подробностях, что понравилось, что не понравилось, стоит ли заказывать, и оставлю ссылку. Я думаю, что по моему голосу вы уже заметили, что я приболела. Нет. Сегодня проснулась и что-то как-то неважно себя чувствую. Вообще сейчас период какой-то эпидемии, потому что многие ученики мои тоже все болеют, не приходят. The next morning. Всем привет! Я вам снимала вчера, как я болею, а сегодня уже не болею, видите? Замечательно. Я выпила терафлю на ночь. Вот, и нас позвали сегодня гулять. И я за ночь выздоровела. Поразительно. Интересно, это работает, да, кстати? Когда вы ждете чего-то хорошего, то организм как-то чисто на инстинктивном уровне восстанавливается. Гениально. Я уверена, что если бы мне сегодня с утра нужно было на работу, я бы не выздоровела на ночь. Как это верно, Ватс. Вот, и мы сейчас едем гулять в парк. И заехали, как обычно, на Хюгито, чтобы взять чего-нибудь перекусить. Здесь есть такие булочки, пирожочки. Сосиски жареные. Но я не хочу. Что заказал? Я заказал картошку. Картошку? А, вот такую. Она в меде, что ли? В меде? Нет? В меде? А я хочу кофе. А, вот это кофе же, да? Я буду кофе. Это просто картошка. Ням-ням написано. Ням-ням. Ням-ням. Просто с солью? Жареная? Картошка запеченная? Запеченная. С солью. Я буду... латте. Кофе готов, вы не представляете, я целую неделю прожила без кофе. Чуть
чуть не умерла. Наконец-то! Посмотрите, какая красота! Этот вид мне напомнил Червакское водохранилище. Если кто-то из Узбекистана, наверняка знает. Напишите, скажите же, что похоже. Горы, озеро. Очень красивый вид и прям ностальгия такая. Да, было время. Здесь такой парк, и посмотрите, наш знакомый будет прыгать из тарзанки. У меня прицел сбился. Сейчас, Вов, сейчас, я не могу так быстро. Пошел, разбежался, в сторону развернулся, легко. И... помогите. Вот отсюда. Жуть, конечно. Раньше у меня была даже мечта, ну, одно из желаний, прыгнуть с тарзанки. Но сейчас почему-то не хочется. Я смотрю на это. Ну, в принципе, она вроде не такая уж высокая, как будто. Кажется, по крайней мере, снизу, когда ты не там. Вот, но почему-то сейчас вообще нет желания такого прыгнуть. Больше, конечно, нравится смотреть на вид. А еще там есть зиплайн, вот здесь. Получается, вы вот так вот вдоль речки проезжаете. Вот здесь, возможно, мы покатаемся. Возможно. Но это не точно. А может и нет. И это точно. Но сам воздух даже вообще другой. От городской рутины, конечно, глаза отдыхают. И не только глаза. Вот, смотрите, кто-то собирается прыгать. О, я даже просто на это смотрю, у меня ладошки... А-а-а, капец! Офигеть! Обалдеть! Да там, кстати, по-моему, это крик не выходит. Нет, когда свободное падение, крик не выходит, голос не выходит. Я не верил. Не верил, нет. Вот, а это на зиплайне. Ой, он задом она едет. A few moments later. Даже держаться не нужно. За свою голову. Оказывается, выходит голос. Мы еще мимо кто-то летит. Человек. Ты еще ногами. Сейчас спросим у человека. Ну как? Классно? Большой душтек. Еще пойдете? Нет. Мы решили сыграть камень, ножницы, бумага. Кто проигрывает, тот идет прыгать.
давай. Раз, два, три. Все! Больше не буду. Все, давай, давай, все. Один раз играли же уже. Давай быстрее. Раз, два, три. У нас одинаково логика. Все, ну все тогда. Не проиграл никто, давай. Раз, два, три. Как это работает? Раз, два, три. Как ваше мнение на то, что вы проиграли? Проваливай! Ты не вздумай больше возвращаться! А на самом деле, Настя, страшно. Спасибо за эту месть. Месть за то, что я вас так поддерживаю. Я подержу твои очки. Пошел вон! Никогда не думала, что так проиграть. Та-дян! Такое счастливое лицо! У вас тоже будет счастливо потом? Когда вы заходили, что-то у вас не было такого счастливого. Я же вышел, я пришел. Я еще зашла, и он говорит, что по времени как раз бы сразу пойдет. Лучше первое. Потом сидишь, нагнетаешься. Раз, жила и прыгнула. Голову так. Иди, это поддакивает. Я на окна. А где садик? Приданное. Но это не точно. Тебе не страшно? Вообще не страшно. Я себе внушила, что это не страшно. И вообще никаких ощущений. Я их отключила. Блин, Настя тоже высоко летает. Да. Настюха как-то по-мужски прыгнула, а я по-женски прыгнула. Звук вышел. Молодец. Давай, какие ощущения? Классно, но не так страшно, как я думала. Ну, в смысле, я думала, что будет прям вообще ужасно.
Самое сложное — это сделать шаг, ну, в смысле, вот, когда они говорят, давайте, 5, 5, 4, 3, 2, 1, все. Я такая, я еще пару секунд постояла, потом прыгнула. А когда летишь, уже не страшно. А ощущения классные? Да. Все, не зря приехала. Одна галочка есть. Да. Все для нас с тобой, для Насти. Они просто пушки. У кого большие яйца? Класс, можно мне мороженое? Молодец, поздравляю. Я наоборот крикнула, потом прыгнула. Они когда сказали прыгать, я крикнула, а потом прыгнула. Все так быстро происходит, что не успеваешь понять вообще, что, где, когда. Все, можно помороженое. О, сертификат есть. У всех есть, у кого есть большие яйца. Все, по мороженому. Пойдемте. Я второй раз, самое страшное было. Классно еще. Вот прям именно страх был или классно? Нет? Страх, а классно было на третьем. Когда чуть-чуть, да? Ну, у меня повыше там просто получилось. Говорит, сон как тени, ну, типа, за руки за голову. А я не могу, подождите, мне руки страшно. Руки за голову тоже страшно делать. А потом, что, как бы... когда я руки за голову сделал. Боже, помилуй. И он такой, и они так быстро еще считают обычно, там, один, два, три, да, а они такие... Говорят, 5, 4, 3, 2, 1, и типа, прыжок, джамп. А потом, когда летишь, уже не страшно было. Круто. И вот у меня, кстати, голос не вышел вначале. Голову так. Люблю ты как мужик, а я как баба. Я наоборот, прежде чем шаг сделать, я крикнула, и потом у меня, короче, все вот здесь, как будто мой голос остался. И я уже стала кричать, когда этот, второй, третий. Я это, по-моему, только в конце. А, ну это я уже когда в конце крикнула, я это, типа, от удовольствия, ууу, я вот так сделала. Все, прыгнули, можно расслабиться. Полюбоваться видом. Что скинуть? Хорошо. А здесь можно смотреть еще на лодках покататься. Мы решили, чтобы не уезжать просто так из этого города, пойти на фуникулёр. Посмотрите, какой вид классный. Мы здесь были. Просто жалко было сразу уезжать. Не зря же 2 часа ехали. Очень круто, так захватывает. Вот правда напоминает Чербахское водохранилище. Прям такое ощущение, что дома, спокойствие. Класс. Кстати, стоимость одного билета на фуникулёр стоит 23 тысячи вон. Это чуть меньше $20. Но это того стоит. Посмотрите, какая красота. И с погодой сегодня повезло. Смотрите, мы поднялись еще выше и на другую сторону. Здесь вообще здорово.
какая вода красивая, да? Такое спокойствие, сразу умиротворение. И горы тоже красивые. Здесь еще есть такие капсулы времени. Посмотрите, люди пишут туда свои желания, ну, либо вообще мысли. И закрывают здесь. Их здесь вообще тысячи. Интересно. Это вместо замочков, если вы видели. В некоторых местах делают замочки, а здесь такие капсулы. А, вот они вот здесь продаются. Какая же поездка без еды. Конечно, приехали поесть. Заказали мяско. Будет вкусно. Нашли в интернете. Это... Это маттип. Заказала карамель макиато, потому что кофейни все закрылись. И вот смотрите, теперь мне будет делать роб. Завершить наш день сегодня пивом, картошку вот заказали, фруктовый салат и микс для, это как называется, пивное сорти. Всем пока-пока!